хотите приготовить быстрый, вкусный и полезный завтрак, тогда этот рецептик именно для вас. Друзья, и снова здравствуйте, с вами как всегда Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня готовим быстро, вкусно, полезно и из того, что у нас есть в холодильнике. Берем яйца. Добавляю сюда молоко. Если нет молока, можно заменить на кефир или на сметану. Точные пропорции напишу, как всегда, в описании под этим видео. Добавляем муку. У меня цельнозерновая. Я использую 3 яйца, значит, беру 3 столовых ложки с горкой муки. Добавляю соль, перец по вкусу и перемешиваю в однородную массу. Подготовим начинку. У меня была запеченная куриная грудка, и я нарезаю ее вот таким мелким кубиком. Мясо можно использовать абсолютно любое или не использовать вообще. Можно взять сосиску, колбасу, ветчину. Что у вас есть, то и берите. Измельчаю немножечко зеленого лука, но зелень добавляйте по вкусу, и отправляю все в эту яичную массу. Также я добавляю еще овощи из морозильной камеры. Я летом готовила заготовки, это овощной микс, здесь и перец, и морковь. Ох, друзья, как получится ароматно и вкусно. Все перемешиваю и сейчас буду жарить вот такие блинчики. Сковороду разогрела, добавила чуточку масла и отправляем один паломник массы. На среднем огне жарю, аккуратно переворачиваю. И сверху посыпаю все натертым твердым сыром. Но это по желанию, конечно же. Но поверьте, с сыром намного интереснее получается. Одну половинку прикрываю второй половиной. Немножечко прижимаю и обжариваю по полминуты с каждой стороны. Лишь для того, чтобы сыр внутри хорошо прогрелся. И потом будет очень вкусно, когда он тянется. Все жарится быстро и очень просто. С этой порции у меня всегда получается 4 вот таких вот порционных блина. Но пока я все снимала, у меня 4-ю штучку уже испробовали. И вот посмотрите, можем подавать все просто, быстро, вкусно, питательно и полезно. Ну что ж, мои хорошие, вот такой вот сегодня я подготовила для вас простой, но очень вкусный рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. До новых встреч на канале «Вкусно, просто и доступно». Друзья, если вам не трудно, отмечайте меня в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграме. Все ссылочки, как всегда, в описании под этим роликом. Пока-пока!